Поехали, давай. Да, поехали. Ага. О, сейчас будет авария. Столкновение. Ну так рулить надо. Что? Ау. Мама. Да. Ама. Вот эта кошечка. А кто рулить будет? Я не поняла. Кто рулить будет? Блин, я забыла свою панамку. Сейчас. Подождешь меня тут 2 секундочки? Подождешь меня тут 2 секундочки. Все, пойдем, Дашульку. Ага, Дашульку надо посадить. Понятно. Понятно, что ты хочешь. Иди. Всем привет! У нас сегодня очередной влог. Мы идем покупать черешни в селе. Сегодня этот день мусора. День бумаг, то есть. Что такое, Даш? Нажми. Не работает. Сейчас мастер отремонтирует. Давай. Ай, что она не ловит эти... Какой-то утка-терминатор. Блин, Дашка, это мне надо поменять эти вот батарейки. Мы были бы не мы, если бы мы минимум 3 раза не вернулись домой. Уже даже папу дома застали, поэтому... Зато теперь, да, он нам даже сделал батарейки, там надо было просто растянуть пружинку. Но когда ты в этом не очень разбираешься, то вот так. Ты балдеешь? Ты балдеешь? В общем, у нас есть 1 день в месяц, когда можно выставить свою бумагу вот так, и ее приезжает машина и забирает. Вообще, есть как бы специальные места, но просто, чтобы не ехать туда, вот можно дома копить, а потом вынести целый контейнер. Ой, не снимайте меня. Что они там делают? Ко-ко. Ко-ко? Это курочки тут ко-ко-ко делают, да? Как они разговаривают, Ашулька? Как она усядется вот так вот. Как? Облокотится и сидит, наблюдает. Как? Угу. Поехали черешни покупать. Будем черешенки кушкать. Дичь. Водичку будешь? Надо? Ага, это мне, а это тебе. Рука грязная. Угу, спасибо. Я уберу сейчас. Я дам это курочке. Держи водичку. Бульк. Как я откупаюсь от Даши, чтобы она тут не ковырялась? Надо, Шуль, самый красивый камушек тебе нашла. Да-да, пожалуйста. Тут провез камушек почти по всей деревне, она его держала. Да-да, иди, купайся. Только камушек не бросай туда, ладно? А то мне его придется вытаскивать. Да-да. Да-да? Можно, да, вот так. Чебулик. Да-да? Да. Даша, я сказала, не бросай его, елки-палки. Не бросай его туда, смотри, как тут чистенько, зачем его бросать? Да. Это твой камушек, но не надо его бросать. Вот просто потолапайся в воде, как ты это любишь делать. Да. Угу. Да, браво. Куда ты идешь? Куда ты пошла? Даша! Ой! Мокрая рука? Ничего страшного, это нормально. Кстати, вот это платье, которое на Дашке, его еще я носила, представляете? Да-да! Да, Даша, о нем речь идет. И у него написано «Производство Венгрии». Представляете? Да, да.
Да, машина едет. Пока-пока, машина, пока. Можно я тут поковыряюсь у тебя немножечко? Ой. Да, Лейта, представляете, остатки Венгрия, и тут что-то, ну, какие-то их названия вообще, эти вот скороговорки, их населенные пункты, спасибо. И косичка у Даши сегодня кривая, ну, потому что я пыталась ее заплести ровно, но, видимо, там я центр нашла, когда начинала заплетать. Да. Ой, сколько брызг ты тут делаешь, сколько булек. Тебе не холодно, Даша? Ну потрогай, тебе не холодно? Да. Не холодно, да? Вот так. Ой, тепленькие ручки такие. Ой, такие тепленькие, не холодно. Да. Ты накупалась? А ну-ка покажи, ты накупалась уже, все? Что ты там, это вот, калия? Там нету калия вообще. Твоя калия у тебя в этом вот, в прицепчике там. Посмотри, твоя калия вот там. Все, Даша, тебе как раз сейчас только идти и это самое, и сохнуть. Да? Удю-дю. Что там? Что? Ляпнула в глазки, да? Удю-дю? Да. Кстати, вот тут, где мы находимся, написано вот этот вывеска «Киршин», это черешни тут продаются. Сейчас мы, кстати, пойдем к ним и купим черешенки. Даш, идем черешни покупать? Идем черешни покупать? Нет? Идем, я тебе покажу. Не лезь, не лезь там, какай, не лезь, это грязная вода. Не наступай, лялька. Нет. Ну как же нет, если... Иди смотри, что тут продается. Тут вот написано цена, сорт, касса. Ты сюда вот так вот опускаешь монетки. И все, и все счастливы. Да. Прийти. Ну что, что он такой? Давай. О, молодец, давай еще. Ой, молодец. Моська довольная. Ой. Стой. Идем. Угу. Ой. Это как? Там вода грязная. Кушкой? Все? Да, мне кажется, Даше больше нравится отрывать от черешни хвостики. Но она ее попробовала, это уже большой плюс. Идем дальше гулять, Дашуль? Идем гулять? Нам пришлось вернуться домой, потому что Даша откусила черешню, из нее как хлынул сок на платьице историческое. И теперь платье стирается, а Даша уже и не хочет никаких черешен, ну? Да. В общем, принцип поедания такой: оторвать черенок, укусить черешенку, положить ее на место, вымазать руки, моську, в общем, все что угодно. Поэтому лучше всего это делать раздетыми. Покажи свою Гудю. Годя! Годя! Ой, она прячется от камеры. Она прячется. Вот кто ее укусил там, скажи? Кто ее там укусил? Укусить и положить на место. Так ела аж на спине. Остатки черешни. Ой, ты уже рисуешь. Угу. Вот так, да? Вот так будет. Хорошо, понятно. Когда кругом все строят, вот это прямо
располагает тоже к тому, чтобы собирать камни, что-нибудь с ними делать. Ой, ой, упал камушек, да, сделал бульк? Да-да. Да-да. Давай, что ты с ним делаешь, с этим камушком? Ух ты, плюпс! Да? Как он сделал, да? Лаванда так красиво начинает зацветать. Папа. Такое мороженое тебе нравится? Ам-ням-ням-ням-ням. Ой-ой, вкусненькое, да? Начиная со стаканчика. Шляпка падает. Ну что такое? Ветер не дует. Что за день жаркий выдался? Нет, вот так надо. Сверху только надо держать и толкать. Вот эту зацепить? Давай эту зацепим. Пупуши, да, чтобы она красивая была. Ну все, у нее вот тут одна такая, другая такая, все. Да-да! Покажи, что там у тебя. Арсенал этих вот заколочек. Вот эту зацепить? Или куда ты ее? Что нам теперь делать? Собирать. В общем, у нас есть хорошая новость. Платье мы постирали. Оно высохло, и этих вот пятна не осталось. Сейчас пособираем заколочки, пойдем на улицу Пупушу катать по дороге, да? Да. Да. Она же тоже хочет на улицу, правда? У Даши сегодня, смотрите, сегодня, то есть сейчас какая прическа с крабиком, ракушка. Красота. Правда, Дашулька? Она слишком сосредоточена. Да, да. Ой, ты и водичку с собой берешь, и Пупушу берешь катать. Ну ты молодец. Бери Пупушу, Даш. Угу. Угу, поехали. Ой, Пупуша катается. Ой. Пуф, это моя бабушка, кстати, тебе подарила Пупушу, просто чтобы ты помнила. Понимаешь? А вот она еще. Ой, ну зачем? Ну что ты ей аварию устроила? Поднимай ее. Давай нажмем, пусть она с тобой поговорит. Давай немножко, она хочет тебе что-то рассказать. Вот так мы играем. Чаще всего таскаем коляску вместе с этой вот с куклой. Да, это заколочки, ты же ее сама украшала, так, правда? В общем, Даша у нас два раза с просони сегодня в камере, и это заметно, она такая, а что происходит? Да, и вот она такая взрослая, кажется, уже особенно с этой коляской. Давай я помогу, на, и все, и не снимай больше, а то она некрасивая будет. Кажется, сейчас дождь пойдет. Там такое небо мутное, смутное. Мама. Иди ко мне. Скорей, 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 скорей. Ой. И Даша сегодня ходит в шортиках, которые я наконец-таки довязала. И прикольные они получились. Немножко мне не нравится то, что нитка толстая, и они получились тяжелые. То есть вот в такую погоду, когда немножко пасмурно, прикольно в них ходить. Но когда очень жарко, то не очень хорошо. Правда, Дашелька? Ой, так, все.
Она хочет на природу, твоя куколка? Пупуша хочет на природу? Ой, ну не надо, ну что ж ты снимаешь постоянно? Давай вот сюда и вот ей зацепим, давай. Смотри, у нее теперь цветочек на шляпе, смотри. Какая она модная девчонка, да? Угу. Да. В общем, мы вот так, бабушка, видишь, бабушка моя? Моя бабушка, не Дашина бабушка, а моя, видишь? Мы вот так играем с Пупушей. Мы куклу назвали Пупушей, да. Знаете, если есть черепаха-тортилла, то почему не назвать куклу Пупушей? Идем в дом? Папа в доме. Тогда надо сказать всем пока-пока. Ты говоришь всем пока-пока? И Тёмик в камеру. Ой-ой-ой, она бежит. Папа. А, вот сюда хочешь Тёмочку дать? Давай. И пока-пока еще скажи лапульке. Пока-пока. Вот на этом мы с вами прощаемся и идем папу разыскивать.